Здравствуйте, дорогие друзья! И пришла к вам с очередной хвастушкой вот такой торт «Кот на колбасе». Был у нас когда-то на канале. Теперь он, опять же, доступен. Урок был смонтирован, так как до этого он был слишком объемный и тяжело его было смотреть. Поэтому для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть бесплатные, спонсорские и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются и, конечно же, их можно приобрести. Для этого пишите мне в любую соцсеть под видео, после чего вы получаете реквизиты для оплаты. После оплаты вы получаете ссылку на урок. Все ссылки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать о том, что через какое-то время она будет недоступна. По поводу самого тортика, сам торт у нас это колбаса, а кот это лепильная масса и мастика, максимально облегчен. По поводу торта, наполнения, ганаша и все, что я буду использовать, конечно же, ссылочки я вам, как всегда, оставлю. Надеюсь, что данный тортик вас заинтересовал, вы захотите его приобрести. Но на сегодня я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели данный обзор. На сегодня все. Всем пока-пока.